Группа компании «Удача» ярко и с рекордом открыла 8-й сезон проекта «Поймай удачу». Девелопер из года в год укрепляет свои лидирующие позиции, как в строительстве, возводя в регионе самые масштабные коттеджные поселки, так и в собственном творческом проекте. Так, отборочные туры вокального конкурса «Поймай удачу» стали самыми массовыми за всю историю смотра. На сцену вышли порядка 300 участников из разных уголков Тверского региона и различных российских городов. Можно смело сказать, что сезон будет мощный, сезон будет интересный, потому что мы стартовали с 8-го вокального конкурса «Поймай удачу», который уже побил все рекорды по количеству заявок. Многие участники приезжают на конкурсы из года в год, привозят своих учеников. Например, участники литературного конкурса приглашают вокалистов, которые поют песни на их стихи. Это сообщество, это общение творческих людей. Именно таким мы и задумывали наш проект «Поймай удачу». Стремительную популярность среди творческих людей проект «Поймай удачу» обрел и потому, что здесь всегда сильный и компетентный состав жюри, куда входят профессиональные вокалисты, педагоги, композиторы. Словом, те, кто по достоинству может оценить уровень выступающих. Конкурс бесплатный. И, конечно, здесь не как привычно привыкли за денежки, да, ходить детки. То есть всем дают какие-то места, неважно, да, главное, вот место ты получишь. Но тут отношение другое, тут судейство, я считаю, что очень, ну, такое строгое, требовательное. Но это и правильно, это так и должно быть. В таких конкурсах появляются совершенно необычные, интересные вокалисты и авторы. Помимо выступлений в номинации «Эстрадные композиции» на русском и иностранном языках, участники представляли и авторскую песню. На сцену вышли вокалисты в возрасте от 8 до 92 лет. Конкуренция действительно нешуточная, но каждый непременно знает, почему именно он должен пройти в финал конкурса. Я хочу пройти в финал конкурса «Поймай удачу», чтобы прославить свой поселок Великооктябрьский Фирнского района Тверской области. Мы должны пройти финал этого конкурса, потому что этот номер, который нам очень нравится, мы хотим окупить свою достойно проделанную работу. Я достойна пройти финал не только потому, что я талантливая, красивая и очаровательная, но и для того, чтобы представить все таланты нашего Лихославльского района на этом конкурсе. Наш дуэт достоин финала, потому что мы бы хотели поделиться своим творчеством с большим залом. Я достойна пройти финал, так как это очень хороший опыт. И также хотелось бы вывести рок-стиль больше на разные конкурсы. Достоин выйти в финал, потому что я хочу нести людям жизнерадостность, позитив и веру в будущее. Россия лучше всех, и поэтому народные песни должны быть у каждого в сердце. По итогам отборочного тура определены 23 вокалиста и ансамбля, которые поборются за гран-при конкурса и денежный приз от группы компаний «Удача» на гала-концерте 14 февраля. А в преддверии новогодних праздников команда «Удача» с радостью подводит итоги года. Мы очень рады, что в этом году снова подтвердили звание «Надежный застройщик России». Уже в пятый раз нам присудили эту награду. Также награду получила наша управляющая компания как лучшее предприятие отрасли уже в третий раз. А в наших поселках мы готовимся к Новому году. С удовольствием приглашаем всех жителей Твери и гостей. 17 декабря в «Удачу Юго-Запад» и в «Удачу Володина» мы будем встречать Деда Мороза. Будет большая программа. Праздник можно совместить с просмотром домов в «Удаче Володина» и таунхауса в «Удаче Юго-Запад». А в предстоящий год застройщик входит с новым проектом и скоро объявит о старте продаж трехэтажных таунхаусов площадью в 150 квадратных метров с собственным участком и личной парковкой.